занят. Занятие серьезное. Ой, какой красавец. Ты позируешь, да? Да. Кого? Дружелюбный. Сколько стоит? $350. Девочка с документами 3 месяца. Все. Все прививочки уже есть. Да. Где Вуська? Соня там нашла. Давайте покажи. Спасибо. Я поняла. Большое. То есть сказать им, что если что, лучше будет заранее бронировать. Одеты. Может. Ну что, я натекать могу. Вы их снимаете или щенков? Их. Это мать. Дети внутри. Ух ты. Красавцы. Холодно. Было не надо. Это вот для себя? Нет, на YouTube. На YouTube канал? Да. Вот еще у нас есть французские бульдоги. Ну не надо их доставать, холодно. Вот же. Такие вот. Холодно. Смотри. Холодно. Ой. 1.5 месяца. Ой, а это Симба. Это 500. А там кто? Стаффы. Стаффы? Да. От 300. Тоже уже первая прививка. Вот их мама. Видите, у нас мама просто сногсшибательно замечательная девчонка. Папа у нас красный. И видите... Как они греются друг в друга. Потому что я открыла багажник. Поэтому резко холодно. Видите, машина стоит на прогреве, чтобы было тепло. И вот, легли крови очень хорошо, помет очень красивый. Светленькая есть мальчик и девочка. Есть девочка у нее. Да, с голубыми глазами, они потрясающиеся. Переживает. Еще красивая кисть. Здравствуйте. Это мои хорошие. Ух ты. Это американская кипа, это не красивая. Она компанейская просто. Больше компанейская. А сколько стоит? 600. Красавец. Ну, да, она всегда на компанейская такая. Он тоже 350. Разум мой красивый. Тут морды такие красивые. Ага. Ой, какие они симпатичные. Они, просто чем больше, тем больше. Они повторяются, они все разные. Ну, я же говорю, это вообще... Это осторожнее, чем осмотр. Это всегда радость. Всегда вот просто с распростертыми объятиями. Ой, прям ровно стоит. Да. Красавец. Две девочки. Это мама. Дели. 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 Вот она у меня грызла плинтуса, провода, обувь. Дели, я тут. А вторая вот игрушечки. Когда вторую купили, это игрушечки.
приятно. Давайте, да? Да, я говорю, получи море удовольствия. Вкусной позитив. Да, да, да. Такой хороший. А если сами умеете, у меня была немецкая школа, это было 17 лет. Я сама ее стала. Спасибо большое, очень красиво. Можно снять? Как они спят. Да, черные. А сколько стоит? 350 черненькие и 450 цветные. Это так уже, чтобы забрать. Пудель, настоящий пудель. Не воняет. Да, она у меня была. Да? Не лезет. Самая любимая собака. Они умные, умные. Берите. Сейчас некуда. У нас пока некуда. Ремонт делаем, дом построили. Мы ж его ж домой хотим сразу, мы ж такие, быть с нами. А телефончик можете сказать? Могу. 067-990-03-30. Пудельки. Спрашиваю. Потому что я, честно говоря, когда искала девочку вот, для нашего кабинка, мы в Одессе не могли найти, с Харькова заказывали. А сейчас и цена смешная. Цена хорошая, да. Ну что буквально пару недель 2000-1800 дешевле а не было. Там, слушайте, там есть такие, которые держат цены, а это мое, поэтому я не, это, не держу, я уже хочу просто... Потому что Новый год впереди, дочка должна рожать, слушайте, сейчас только мне собаки еще. Хватает, да. Поэтому хочется продать. Спасибо большое, удачи.